Группа «Тату» выступит не только на церемонии Евровидения. До европейского конкурса талантов осталось всего 3 дня. А через 10 дней Лена и Юля появятся уже на знаменитой сцене «Шрайн Аудиториум» в Лос-Анджелесе. Именно там пройдет очередная церемония вручения премии MTV Movie Awards 2003. Правда, ни в какой из номинаций «Тату» не заявлены. Эту честь разделили люди, так или иначе связанные с кинематографом. Напомним, что главными претендентами на триумф в этом году являются картины «Властелин колец. Две башни» и «Человек-паук». А группа «Тату» вместе с другими звездами мировой музыки порадует собравшихся VIP-гостей своими песнями.